пожарной части города Видное прошла экскурсия для учащихся школы ВХТЛ. Детям рассказали о важности профессии и обучили правилам безопасного поведения в быту. Оставляем все свои дела, чем бы мы ни занимались, садимся в машину и выезжаем. Дежурный караул должен выехать за 40 секунд. Экскурсия для учеников Видновского художественно-технического лицея в пожарную часть была организована местным отделением движения первых и стала для них интересным и познавательным событием. Детям рассказали о специфике отважной профессии, а также объяснили, как себя вести и что нужно делать при возгорании. Во время экскурсии, когда позволяет погода, мы выходим с детьми на улицу, поджигаем у нас специальные спротвень со специальной горючей смесью, поджигаем. Учим детей и учителей элементарным азам работы с огнетушителем, как подойти, с какой стороны подойти и порядок действий. Экскурсия в пожарную часть была приурочена ко дню отца, который отмечали недавно. Мы решили показать им вот такую мужскую профессию. Наверняка много у кого папы работают пожарными, поэтому ребятам будет и интересно, и полезно это увидеть. И они могут провести день в компании настоящих мужчин-защитников нашей Родины. Показать, как выглядят мужские профессии, чем занимаются папы-мужчины, да, вот, охраняя покой нашего города и, соответственно, детей. Школьники с интересом впитывали новые знания и делились впечатлениями от увиденного. Я много чего узнал, ну, про пожарных, посмотрел, что находится в машинах, как пожар тушат, узнал некоторые вот случаи интересные. У детей все откладывается в голове, они это все запоминают. И я надеюсь, самое главное, в экстренной ситуации это они все применят. Не дай бог, конечно, но они знают, как поступить. Благодаря экскурсии ребята с пользой провели свободное время. Познакомились с людьми, для кого спасение человеческих жизней – ежедневный труд. А также узнали правила противопожарной безопасности. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.